Привет! Сегодня я хочу проканють своего лучшего друга. Надеюсь, друг останется лучшим и вообще другом после сегодняшнего ролика. Надеюсь, ничего жесткого не будет. Короче, вчера мы с ним создали новый сервер, где мы играем как Вити с модами. Вот если вот посмотреть вот на все это, мы играем с модами. Я сейчас добавил кое-какие моды на этот сервер. Даня не знает, потому что он до сих пор дрыхнет. Я пока буду проворачивать грязные, очень грязные делишки. Вот его дом. И надо что-то сделать с домом его, либо что-то сделать с этими ямами вместе. Я как бы добавил сюда моды. Куча разных каких-то модов прикольных. Можно ему целое испытание тут добавить. Вот, чтобы он зашел сюда в выживание. А, он же выживание выходил отсюда. Смотри. Допустим, вот тут можно сделать ровную поверхность. Стой, давай сначала тут слой блоков постелим. Вот. Постелим слой вот такой блоков. Чтобы уже потом он, когда, короче, мы сейчас постелим на них, поставим эти блоки, и потом просто нижние сломаем. Так удобнее будет. Он вообще ничего не заподозрит. И гений просто. Вот я не знаю, мне вот с утра в голову идея пришла. Я даже не домонтировал новую серию выживания. Но уже снимаю какую-то новую рубрику. И мы сейчас все вот это ломаем. А, я все ломаю в своей башке тупой. А, так можно что-нибудь? Она от любого касания ломается. Надо еще самое главное ограждение убрать. Чтобы он реально подумал, то, что я сломал эту яму. Так. Ничего. Ладно. Салам туда сейчас самому не упасть. То забуду и упаду в свою же ловушку. Вот, и теперь просто мы убираем. И вообще незаметно, я балдею. Вообще незаметно. Это какая-то ловушка. Тем более, ему же домой как-то идти надо, он сюда просто упадет и все. Ну, эти дырки мы оставим, это ладно. Так, теперь еще один этот надо сделать. Типа он сюда. Блин, а тут нет блоков маскирующихся, прозрачных блоков тут нету. Это не полный мод, что ли, какой-то? О, типа он зайдет. Его сдует. Блин, надо как-то придумать, чтобы он зашел в дом и его сдуло. Вот, во, вот тут будут стоять куча вентиляторов. Вот так вот. Прям реально дофига вентиляторов. Он такой зайдет, и тут у него в полу дырка будет, в которой он провалится. В ней шипы. Прикольно будет. Вот, он прямо туда улетит глубоко. Салам пополам. Понял. Лужи не надо, значит, давай на этом уровне поставим шипы. Вот, получается, их надо все подпитать сзади. Вот, все, он типа такой заходит, такой. И все. И ГГ ВПР. Вот, ну причем у него сразу тут идешь такой. И все, и он сразу в капкан попадется. Он типа открывает дверь, попадается в капкан, если вот так прыгает, и все. Его удует, блин. Гениально просто, гениально. Все, еще одна ловушечка. А, типа они поджигаются. Нифига, а может лучше поджигалку сделать? Типа он заходит туда, улетает. А, знаете, как можно делать? Через один поджигалку. Вот так вот, чтобы поинтереснее было. А нет, надо наоборот еще на один блок глубже ставить. Во, вот так вот, ба. Сейчас мы его хорошенько потроллим. Мне кажется, он бомбанет на меня очень сильно после этого. Тем более то, что я в его доме. Он сначала падает в эту, потом идет и его сдувает, блин, в какой-то огонь. Шипы, он там прыгает, что-то пытается и подыхает. Ну, тем более как-то его, чтобы... А, я его, типа, буду пытаться убить...
Ставлю в ловушку свою же попался. Так поставим. Все. Салам, сюда не ходить. Так, и мне надо еще будет подготовить оружие, каким я буду его пугать. А я сразу тут себе целую эту. Я себе давай вот такую возьму эту бронечку. Во. Аск. Возьму калаш, чтобы его попугать. Подожди, а эта фигня взрывает? Да, ё-моё, она взрывает. Я, типа, игра на... О, его гранатами попугать можно, кстати. Вот этими гранатами. И еще вот. И напоследок можно еще будет взять вот такой ручной пулемет. Так, ну в принципе нам надо надеть броньку, убрать все из инвентаря и ждать Даню, пока он проснется. Но я, понятно, это делать не буду, а то что-нибудь построю. Вот. Давай возьмем самое главное калаш, потом вот это, на всякий случай пулемет и куча гранат. А мы будем сами в креативе его пугать. Дождь пошел, офигеть. Ничего. А, на улице в реальной жизни? Да. Ты вылетел. Вот. Да. При закрытии нет учёщих программ, может быть потеряна несохранённая информация, блядь. Почему нихуя не работает в этой нормальной жизни, блядь? Ты ходишь, блядь, поиграть, а у тебя ничего не работает. Я лучше... Блять, поиграй в стендов, чем в эту хуйню, блять. Не майнкрафтовскую. Блять, опять Майнкрафт не отвечает. Заебись, блять. Компьютера залупа ебаная, нахуй. Компьютера залупа просто ебаная. Че, тебя грузит там? О, блять, ты за хуйню построил себе во дворе? Ты че, ебанашка, блять? Я-то ебаный дом построил. Ты че, ебнутый, блять? Ты шо, ебанутая мразь, нахуй? Ты вон туда посмотри. Куда, блять? Да. Вон туда прорисовку попробуй сделай, и просто туда не делай. Я-то эту хуйню сделал. И делать, блядь, нечего было. Я за полчаса. Ты чё, ебанутый? Ты нахуя город строишь, блядь, без моего ведома? Мне нечего делать, блядь. Какого хуя в моем доме какая-то залупа происходит? В смысле? Там, блядь, какая-то хуйня ебаная. Почему там редстоуновые блоки? Блять, включи мне креатив, ёбаный даун. Да включи мне, блять, лучше креатив, блять. Почему в моем доме какие-то, блять, поршни с этими? Блять, я упал в нашу нахуй залупу. Блять, ну ты можешь включить мне креатив или чё нахуй? Блять! Включи креатив, ебланище! Я ща выйду нахуй! Сейчас. Ой, ща включу. Ай, брак не удался. Сейчас забыл то, что это яма. Ты что, не едешь, а?